привет, зритель. Гоняла я сейчас на велике в светофор и что-то закупилась. И поняла, что давно я не обозревала не только из светофора, а вообще, что я тут покупаю. Правда, я потом еще сходила в магнит, но я обозрю только в светофор. Потому что тут все такое вот... Вообще, цель моего путешествия была наполнитель коту, по возможности, и цикорий. Ну, еще туалетная бумага. Туалетная бумага подорожала. Я вот месяца два назад с подругой была, там, может, месяца три назад. Короче, может быть, в начале лета. Она была 70 рублей, 69 с копейками, а стала 95. А этот, по-моему, даже на 1,5 рубля подешевел. 59 с копейками. Очень мне понравился этот цикорий. Я взяла сразу две упаковочки. Тут 250 грамм. Гласит упаковка 125 чашек. Ну, смотря какие чашки. Вот. И вот. Это делает у нас Ростов-Великий, Ярославская область. ООО «Кофе-цикорий-комбинат». Либо кофейная компания «Вокруг света». Ну, грубо говоря, это все один Ростов-Великий, который маленький на самом деле. И мне понравился вот их цикорий, очень классно. Я неделю пила перед деревней. Вот как раз это на меня... Ну, деревня была с кыробом, цикорий с собой не брала. Вот оно как раз дало толчок для того, внезапно похудела. Внезапно там минус 7 сантиметров талии. Я пока больше не взвешивалась, не смеривалась, но чую себя как бы лучше. И думаю, что вот идет к тому моему изначальному весу. Ну, как бы мы сейчас не о весе, мы сейчас о еде. Вот, цикорий. Надолго хватает этой пачки. Стоит всего лишь 60 рублей, грубо говоря. Ну, если округлить эти 59 с копейками. Тут 250 грамм. Я на Озоне видела вот такой же упаковочке дизайн. Ну, в смысле, в таком же дизайне этот цикорий, но только там было 100 грамм. И стоил он много. В общем, если вы внезапно любите цикорий, пересели на цикорий, или пьете иногда его, и у вас есть светофор в городе, или вы внезапно местная, то вот хороший цикорий. Сразу две упаковки. Ой, я это решила все-таки показать. Если там у кого-то попа боль, или вы еще не дожили до такого момента, то сейчас я раскрою для вас тайну. Женщины иногда пользуются, ну не обязательно это. Но вот это вот Милана. Большая упаковка. 15 штук. 23 что ли рубля. У них там были, по-моему, по 17 или по 18, я уж не помню. Мне про них вообще сказала одна моя знакомая, которая одно время считала меня своей подругой. Ну, историю мы эту опустим. Короче, тут классические. На 4 капельки. Я, правда, не догоняю. 4 капельки, 3 капельки, как бы 2 капельки, 5 капелек. Сорт «Мягкая поверхность». Вот 15 штук, 23 рубля. И вот сейчас они там есть. И меня как-то подружка говорила, вот тебе типа надо, у меня, говорю, про запас. А тут я что-то думаю, а что бы не взять эти 15 штук. У меня хотя вроде что-то есть еще, но пусть будет. Я взяла себе две упаковки салфетка бумажная белая. Я тут все пользовалась салфетками, а потом как-то перестала пользоваться. Думала, вдруг меня опять попрет на эти салфетки. Пусть лучше будет. У меня там какая-то полпачки каких-то салфеток, то ли из пятерки, то ли из магнита купленные. И они такие, салфетки, это такая штука, когда вот не надо, они как бы есть, а когда надо, а их нема. Я решила взять сразу две упаковки. По-моему, по 18 рублей они. Сейчас я гляну. У меня тут чек ведь есть. Так. 18 рублей 60 копеек. Тут как бы 200 штук. Я вот думаю, может, они супер тоненькие. Я сейчас увидела тут такая бумажка. Ну, как бы, знаете, можно 100 штук купить за ту же сумму в той же Ашане, в пятерке, наверное, в магните. Они очень тоненькие. Потоньше, чем, наверное, вот которые в Ашане или магните. А может быть, такие же. Ну, в общем, если их сложить вдвое, то будет нормально. Ну, купила уж что. Буду знать, что они вот такие. Дофига тоненькие. Ну, в два сложить. Будет те же 100 салфеток за ту же сумму. Какой-нибудь пятерки. У них просто раньше я как-то покупала по 13 что ли рублей или по 11. Такие хорошие белые салфеточки были. Эти ближе к серому.
Я думала, что это одно и то же, но оказалось что-то другое. Ну да, хрен с ним. В общем, вот у меня есть салфетки. Если вдруг вот платочек далеко, сидишь на кухне, очихнул от какой-нибудь специи и хочется высморкаться, эти салфетки подойдут. Ну, морду лица протереть, если желаете. Сейчас я гляну точную цену этого цикория. Слушайте, ровно 59 рублей. Короче, еще раз покажу. 59 рублей, 250 грамм. Отличный цикорий. Ярославской области изготовления из города Ростова. Растворимый. Советую. Вот я, можно сказать, третий раз его купила. Вообще, я сегодня второй, просто две пачки. У меня та пачка закончилась, и я вот три разных цикория купила. Вот один еще пока не пробовала, он тоже этой же фирмы, только другая упаковочка. А один, были там московский кофе или что-то такое, или Москофе, как-то так. Вот Москофе, ну, короче, этот московский цикорий фирмы для кофе, кофейной фирмы московской. Один был вот, ну, гуэ-гуэ. А второй, мне этой пачечки хватило чашки на 4. Там 85 грамм, что в той, что в другой. Я думаю, они обе будут в пустых баночках еды когда-нибудь. Я очень сильно собираюсь записать, но у меня все как-то никак. Постараюсь в выходные записать. Сегодня у нас, по-моему, четверг, 8 октября. Так, что тут у нас? А, я еще хотела найти. Да, я купила еще пакетик. У меня с собой был рюкзак, я взяла с собой большой еще пакет от Озона, и мне пришлось еще купить пакетик. Вот пакетики мне так нравятся, в светофоре пакетики, обычные те же маечки, которые в Магните там или в Пятерочке по 75 рублей стоят, а тут все лишь 2 рубля. Пакет майка, 2 рубля. Так, сейчас я буду. Да, прокладки 23 рубля 60 копеек, я вслух это сказала, прикиньте. Если у вас попоболь, то... У вас попоболь. Я купила наполнителя. Я так подозреваю, что я лоханулась немножко, потому что в Ашане я покупаю каждодневный наполнитель, тоже древесный. Он там 52 рубля за почти 3 килограмма. А тут 1 килограмм стоит 29,90. Но плюс в том, что он на вес, и можно взять там чуть побольше, чем, допустим, в обычном пакете. Там еще был за 130 10 килограмм, но я на велике еще что-то собиралась. Мне бы просто это было не довезти, если только на багажник присобачивать. Но он такой объемный, что на багажник бы не влез. И Оксана, которая меня встретила, сказала, что может она там словит кого-нибудь из моих родственников, и они... Мне довезут до машины, потому что, по идее, это действительно надо до машины. Ну, конечно, можно взять такси, доехать на такси, взять эту... Или нет, доехать на автобусе, взять эту штуку и словить такси. Но вот у меня как-то сестра подруги так и не дождалась такси в том месте. Ну, короче, как бы у меня сейчас есть запас этого, там еще на пару раз оставалось каждодневного. Купила, в следующий раз буду брать, как обычно... В Ашане. Ну, если мне, конечно, кто-нибудь не привезет эти 10 килограмм до дома на машине. В общем, наполнитель для кошачьего туалета в ассортименте. Вес древесный. 1 килограмм 12 грамм. 30 рублей 26 копеек. Раз. Тут даже по чеку читать не надо, потому что оно прям тут напечатано. Наполнитель кошачий бла-бла-бла, 1 килограмм, 184 грамм, 35 рублей 40 копеек. У меня 4 мешочка тут. Так. Наполнитель бла-бла-бла, 1 килограмм, 260 грамм, 37 рублей 67 копеек. Ну так месяца на 2 еще, я думаю, хватит ему. Или может даже на 3. Мне где-то месяца на 2 или на 1,5, уж точно не помню, этого мешка хватает, который из Ашана. Так, 1 килограмм 440 грамм, 43 рубля 0,6 копеек. И вот что. Я не знаю, хочется сказать, возрадуйтесь те, кто попоболил насчет корма каждого дня. Хотя, знаете, вот в Ашане он стоит 220, 210, 218, короче, сколько-то там, и там в пакете 2
килограмма 400 грамм. А в светофор раньше возили корм какой-то, я не помню фирму, там килограмм 900 грамм, он стоил от 123 рублей до 127, но это было уже приличненько, так, месяца 4, если не полгода. Полгода, наверное, его уже не осят, я там его не видела. Еще другой какой-то у них покупала для этих самых стерилизованных кошек, еще какой-то корм той же фирмы покупала, это другая фирма. А тут мне советовал человек, что Дарлинг кушают котики. Посмотрим, как он его жрет. Хотя этот листочки от розы жрет. Я-то думала, знаете, он иногда что-то попробует, и как бы больше и не жрет, по большей части. Один раз сожрал и хватит. А тут я прихожу на кухню, она все еще жрет эту розу. Эти цветочки. Там несколько бутончиков, которые, возможно, бы распустятся, надеюсь, если их не сожрут. С витаминами и минеральными веществами. Тут у нас 2 килограмма. Где у меня этот чек? Бумажка одна отвалилась. Так. Где? А, вот корм. 210 рублей 60 копеек. Пурина Гарден. Правда, конечно же, есть папабольцы, которые считают, наверное, и пурину-то несъедобной. А есть те папабольцы, которые считают, найдут к чему придраться. А еще есть люди, которые понимают, что, допустим, весь этот сухой корм, из чего он состоит, это то же самое, что и вот если это приготовить самому, я вот тоже так думаю. А еще фишка про то, что говорят, стерилизованным кошкам нельзя жрать корм с рыбой, нельзя жрать рыбу, но при этом всуют его корм с рыбой. Ну как бы обмани потребителя, разведи его на бабло. Это такая тема многогласная и долго болтливая, но суть одна. Короче, сколько людей, столько мнений. Короче, если вы хотите попоболить в комменты, то, пожалуйста, фритурьте базар от мата и грубых слов. Тогда ваши комменты останутся на месте. Это для тех, кто попоболит от корма кошачьего. Так, и ссылки на других блогеров в ролик, в комменты тоже не надо сувать. У меня там какой-то мальчик, когда я была в деревне, что-то усиленно под разными роликами кидал. Ну, YouTube это как бы в спам откидывает или на рассмотрение. А я не всегда замечаю, где там на рассмотрение. Без добавления искусственных красителей. Сейчас почитаем состав. Я ему как-то покупала какую-то пурину, но он ее жрать не стал, жидкую, что ли. Эксперимента ради. Состав по-русски где-нибудь есть? Так. Злаки. О, тот чувак, что кидал мне коммент. В коммент ссылку на какого-то мужика, который ему заказали отхейтить корм каждый день. Он бы тоже отпоборился, и мужик, и чувак. Потому что тут злаки. Продукты переработки растительного сырья. Мясо и продукты его переработки, в том числе мясо. Так, масло и жиры, консерванты. Минеральные вещества, дрожжи, витамины, овощи, антиоксиданты. Вот как бы в каждом дне более прозрачный состав по написанию. Ну ладно, посмотрим, как купила уже что. Сроком жизни он у нас до 07.03.22 года. Надеюсь, мы сожрем его. Я надеюсь, нам его хватит на месяц. Вот. Пурина. Удивительно, он еще ее не пронюхал. Хоть я специально убрала этот пакетик вместе с наполнителем. Там было 2 наполнителя, 2 мешочка. Этот корм в шкаф, в котором у меня одежда, потому что сейчас пока до магазина дойду, он же тут все раздерет. А он пока еще никак. Я, которая уже год не покупала макароны осознанно, которая сама не делала макароны вообще с момента, как вот последний раз в машине макаронные делала какие-то макароны, чисто так вот пожрать один раз, которая ест макароны только вот, ну, в деревне пару раз, может, в гостях там пару раз у родственников, потому что родственники как бы любят макароны с мясом, ну, или там с какой-то подливой, а сама при этом, ну, не тянет меня на макароны. Внезапно купила. Они были бесценные. Цену узнала только уже на кассе. И я сама могу сделать эти макароны, потому что у меня даже есть насадочка на макаронную машину с такими же дырочками. И как бы замутить вот этот
состав и перемешать и выдавить. Но что-то как-то внезапно купила. Ну, как бы я и хлеб ведь могу сама сделать, но вот покупаю же, да? Ями-ями, рисовая лапша, фо-бо. Меня название прикололо. Вот это фо-бо. Масса нетто 500 грамм, сделана во Вьетнаме, без ГМО. Продукт не содержит генетически модифицированных организмов. Может он жить до 1.06.22 года, и рожден он тоже 1.06, но этого года. Вариант приготовления блюда. Я как раз вчера буквально впервые в жизни размочила сушеную собу. Фу, не собу, как ее там, сушеная спаржа соевая. И замутила эту заправку на рисовом масле с чесночком и солью. И было очень вкусно, как вот бывают салатики, как даже на развес там у какой-нибудь итальянки продаются. И, в принципе, я могу тоже замутить такую же заправку и сделать вот эти макарошки. Ну, сейчас мне хочется кусочек, а я думаю, эти макарошки у меня будут лежать мертвым грузом. Ну, в смысле, когда-нибудь я их сожрякую. Способ приготовления супа фо-бо. Есть множество вариантов супа фо, но одним из самых популярных является фо-бо, который состоит из трех основных компонентов. Лапша фо-бо, мясо и бульон. Ну, нет у меня сейчас мяса, у меня есть только лосиное мясо в маленькой такой баночке, консерва с родственниками сделанная. Ее бы надо уже укокошить, потому что на год стоит уже. Ну, и тут рецептик, кстати, есть такая мадама тут в шапочке. Срок годности 2 года хранируй, бронируй tropicway.ru. Произведено во Вьетнаме. Импортер Трио Ава Трейдинг Москва. И рисовая лапша фо-бо. Рисовая лапша фо-бо ями-ями – один из трех основных компонентов для приготовления вьетнамского традиционного супа фо. Существует три вида разновидности. Что-то над мозги переводили. Три вида разновидности, так и написано, супа фо с говядиной, с куриным или морепродуктами. Да-да, над мозги переводили. Какой-нибудь гугл-переводчик. Леним было русского переводчика нанять или какого-нибудь другого переводчика. Короче, состав: рисовая мука, вода и соль. И 349 калорий на 100 грамм. Вот. Ну вот, мне как-нибудь лениво что-то готовить, я замучу эту лапшу. Пусть лежит, жрать не портит. Так, где там ее цена-то? Цена лапша-то где? А вот лапша 79 рублей 90 копеек, 500 грамм. Ну, в принципе, дешево, учитывая, что обычно по 200 грамм продают. Иногда по 400, она стоит где-то так, примерно столько же. Так, еще... А, это маска, которую я там насыла. Ручной работаю в моей тете. Ну, в смысле, она мне ее завояла. Пакеты для мусора с завязками, 35 литров, 30 штук. У меня такие есть, но они слегка заканчиваются. Я думала, если я их увижу, то можно купить. Но я увидела там только цену на другие пакеты, которые я не нашла. А цену на эти пакеты узнала уже на кассе. Где ты тут? Пакеты для мусора с завязками, 35 литров, 30 штук, 40 рублей 20 копеек. Так, лапшу я проговорила. Наполнитель. А вот туалетная бумага, которая стала 95 рублей 40 копеек. Три слоя, 8 штук. По 28 метров каждый. Там можно было подешевле купить за 2 слоя. Так куда попёрся? Нефиг грызть этот пакет. Вот мы уже про него вспомнили. Унюхали, учуяли. И там бумага была примерно такая, как вот в этих салфетках. Даже то, что она двухслойная, мне так показалось. Я думаю, да ну нафиг. Лучше подороже, зато мяконькая, трехслойная, беленькая. Да, это последняя. Но я ее так взяла с кассы, чтобы положить в тележку, что у меня порвалась в итоге. Ну, зацепить не за что было, у меня немножко оно порвалось. Зато сейчас мы ее увидим. Это все та же самая бумага, что... Тише, ты там так прошел, я думала, какая-нибудь бабочка по спине пролетела. Это ты своим хвостом. Короче, вот бумага, слушай, такая клевая, классная. С облачками, мяконькая, трехслойненькая. Я ее даже сейчас отдеру. Хочется подумать, точнее, подумала, хочется сказать, чую у кого-нибудь адскую папа-боль.
Бумага. Короче, вот мягкая такая бумажечка. У нас сейчас магните Зева по скидке. Те же 8 рулонов 110 с копейками рублей. Тут 8 штук тоже. Хорошая туалетная бумага. Но подорожала, сволочь, на целых 35 рублей. Ну как это, светофоры, да, подорожала, да. Светофор, он же, блин, практически оптовая база. Так, сколько я всего потратила? 753 рубля 29 копеек. Вот, закупила. Всем спасибо за просмотр. Жду ваших комментов восторгов, ваших комментов негативов и просто комментов каких-нибудь. А то бывает, ролик выложишь, и хоть бы один коммент. Ну что за нахрен, а? Всем пока!